Я вас приветствую на нашем канале. Мы снимаем фильмы на все случаи жизни. Подпишитесь и вы на всякий случай. Конечно же, вы слышали такое понятие «умный дом». А что делает дом умнее? Различные умные устройства. И сегодня мы попытаемся использовать вот такое логическое реле «Овен» и попытаемся сделать на нем освещение нашего дома. Итак, давайте окунемся в среду программирования. Я открыл программку для программирования реле Овен. Она немножко похожа на программку для реле Они, которую мы уже изучали. Вот для реле Они, посмотрите, все элементы находятся слева. А в программке для Овен элементы будут находиться вот здесь справа. Открываем новый проект. Выбираем прибор. Выбираем тип прибора. У нас PR110-220-8F4R. Окей. И вот мы попали в среду программирования. Здесь 8 входов. Нам понадобятся только первые 4. И 4 выхода. То же самое есть на нашем реле. Мы попробуем составить программу для так называемой кнопки с фиксацией. То есть управление освещением с одной кнопки. Для этого нам понадобится логическая функция, исключающая или... И понадобится элемент, который называется детектор переднего фронта, то есть R-триггер. Соединяем первый вход с R-триггером. Дальше делаем связь на исключающее или. Соединяем с первым выходом. Вот здесь делаем связь. Вот, у нас получилась вот эта цепочка, которая будет работать как кнопка с фиксацией. Давайте включим симуляцию и проверим. Нажимаем на вход. Как видите, на выходе появляется единичка. Нажимаем еще раз. На выходе единичка пропадает. Теперь нам нужно сделать еще 3 таких же цепочки. Но если мы не хотим делать это все из отдельных элементов, мы можем воспользоваться менеджером компонентов. Менеджер компонентов – это уже готовые макросы, которые можно бесплатно использовать. Мы ищем тут кнопку с фиксацией. Вот она, кнопка с фиксацией. Выделяем его. Загружаем в проект, загружаем в библиотеку. Закрываем это окно. И теперь наш макрос должен появиться вот здесь вот. Вот он здесь появился. Открываем. Вот кнопка с фиксацией. Нам нужно 3 таких элемента. Раз. Два. Три. Соединяем выходы с выходами. Входы со входами. Включаем симулятор. Теперь мы можем посмотреть. Смотрите, я нажимаю на первый вход. Появляется единичка на первом выходе. Нажимаю на второй вход. Появляется единичка на втором выходе. Нажимаю на третий вход. Появляется единичка на третьем выходе. И на четвертый. Единичка на четвертом выходе. Точно так же, нажимая на соответствующие входы, я могу убрать единичку с соответствующего выхода. Так будет работать наше логическое реле, которое мы запрограммировали в режим кнопки с фиксацией. Мы сделали сразу 4 канала. Теперь все, что осталось нам сделать, это нужно записать всю нашу программу в само программируемое реле. Для этого мы подключаем кабель, нажимаем здесь на соответствующую кнопочку, и программка загонится в логическое реле. Программа загружена. Я вас познакомлю со схемой подключения. Это само логическое реле. На него приходит питание, фаза и ноль. На выходы я подключил 3 лампочки. Ну и так как выхода у меня всего 4, на четвертый выход я подключил обыкновенный контактор на 220 вольт. Что у меня есть на входе? Входов у меня всего 8, но сегодня я использую только 4 входа. Я взял 4 кнопки. Не обращайте внимания, что есть черные, есть красные. Это все одни и те же кнопки. Они подключены в соответствии со схемой. Каждой кнопке можно параллельно поставить еще сколько угодно кнопок. Представьте себе, что это коридор, и в нем много кнопок. Когда мы нажимаем кнопку, на соответствующем входе прибора появляется фаза. Как я уже говорил, сегодня мы используем только 4 входа. Подаем напряжение.
Как видите, лампочка на реле загорелась, то есть есть питание. Также есть питание на релейных выходах реле. Начинаем управлять. Я нажал кнопочку на первом этаже, загорелся освещение первого этажа. Нажал кнопочку еще раз, потухло освещение. Нажимаю кнопочку второго этажа, загорелось, потухло. Третьего этажа, загорелось. Потухло. Ну и если у вас нагрузка очень большая и вам нужно подключить целый контактор, пожалуйста, можно запитать целый контактор от этой кнопки. Я нажал на кнопку, опустил. Такая система управления называется кнопка с фиксацией. Посмотрите, я могу даже включить все. Оно совершенно работает все независимо, и я могу управлять различными нагрузками всего лишь нажатием на одну кнопку. Сейчас я вам показал, как можно использовать логическое реле для освещения сразу нескольких этажей. Но сейчас у меня реле запитано всего лишь от одной фазы. И питание реле, и входы, и выходы. А они могут быть совершенно раздельными. Питание может быть запитано от одного места, входы от другой фазы. А релейные выходы выходов могут запитаны даже быть вообще на другое напряжение. И поэтому у нас есть возможность управлять этим реле подачей питания и отключением питания. Представьте себе, что у вас включены все нагрузки на этом реле, все этажи, все лампочки, все выключатели. И чтобы вам все это выключить, вам нужно пройтись по всем этажам и везде нажать эти кнопочки. Но если вы поставите выключатель в разрез вот этой цепи, то вы сможете на выходе из дома одним выключателем выключать сразу все нагрузки. Это будет очень удобно, и я вам советую так сделать, если вы все-таки отважитесь сделать ваш дом умнее с помощью логического реле. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Удачи вам!